Мы сегодня с вами будем играть в Minecraft Bedrock. Вот, у меня появился новый скин. Я сейчас вам его покажу. Вот. Вот такой, ребята, у меня скин появился. Вот. Сейчас, ребята, давайте мы с вами шейдер установим. Типа не из BSL. Ну, типа такого. Только для BSL 1.14. Ну, похоже на USB-SL, вот этот, ванила. Это бакс. Да, вот этот вот. Ну, ребята, тоже смотрите, какой классный облак. Мягкий, прям так выглядит. Ну, все, ребята, давайте, погнали. Вот, ребята, импорт запускается. Вот, ребята, видите, какой у меня скин появился. Это, ребята, у меня Minecraft Bedrock версия 1.14. Вот. Какой ванила. Ванильный, короче, такой шейдер. Ванильный. Ну, все, он мягкий. Прям такой. Надеюсь, меня лагать не будет. То может. Тот ролик, ребята, где я снимал «Подними глаза МТС», это я еще в той версии снимал, это в старте, не в этой. Вот, а вот это что у меня нет, я там просто провел генерацию, да, я просто на ютубе посмотрел, что в версии Bedrock. Она мне что-то побольше понравилась. Так, давайте, ребята, с вами бесконечный мир выбираем, плоский. Мы сегодня, ребята, с вами построим дома. Дом. Точнее, не дома, а домик такой небольшой. Я вам покажу, как я строю приблизительно. Вот. И, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вот, ребята. И всем приятного вам просмотра. Так, тут у нас загрузка создания. Бегите, вводите, чтобы тут непонятно. 20. Печки нужно расплавить. 20. Вот так ты. Ох, ребята, какой красивый шейдер. Так лагает вот это вот. И, ребята, не нравится. Ребята, посмотрите, день. Этот шейдер какой крутой. Ребята! Смотрите. Для Android я считаю это самый лучший шейдер в мире. Посмотрите, даже тень есть. Сколько... Ну, только деревья не считаются, но это ничего. Вау, ребята, это же круто. А в одежде у нас как? Ух, вот теперь так, конечно, все себе. Так. Ну, у меня, ребята, еще лагает майн, честно сказать. Вот, ребята, такие у нас облака мягкие, видите? Вот, снег нету. Как у меня идет такой шейдер. Ну ладно, шо в один сказать. Ну круто, да. Она прям так ходит. Ну прикольный шейдер. Я считаю, он даже лучше, чем в SBSL. Давайте, ребята, мы пока что с вами уберем этот шейдер. Я считаю, он мне пока что не нужен. Так давайте выберем там, где мы с вами будем строить дом. Давайте где-то на горе. Вот тут прямо идеальное место. Вот, вот тут. Считаю, я тут сделаю. Так, давайте, ребята, вот это сейчас с вами уберем. Вот эту горку с земли. Так, я просто, ребята, хочу сделать такой красивый дом. И так, как Нубан. Что это за блок? Такой, ёх ты. Понятно, ладно. Ломайся, ладно. И давайте, ребята, вот так, значит, с вами убираем это все дело. Так.
Вот, ребята, я сейчас этот шейдер уберу. То есть она очень это самое лагает. Видите, ребята, как? Что я перемотаю ролик. Так, все, ребята, мы с вами продолжаем. Я уже убрал шейдер. Вот. Все, ребята, я перемотаю ролик. Так, все, ребята, мы с вами продолжаем. Угу, тут у нас вот такая вот поляна. Вот. Так. Угу, у нас тут все сломано. Так, вот это нам тоже надо чистить. Я, конечно, не очень большой домик буду делать. Но нужно так на всякий случай. Так, что мы с вами делаем? Нам в первую очередь надо сделать опоры. Давайте мы сделаем с вами опоры вот такие вот разноцветные. Опоры, ребята, мы с вами будем делать вот тут. Я хочу так сделать домик, как в воздухе. Типа вот так. Так, что у нас тут? Еще посмотрим. Вот так. Все, ребята, идеально. И вот тут, ребята, нам еще надо поставить вот тут. Так, уже синий забор. Они, ребята, тут у нас сейчас будут соединяться по центру. Вот так, вот так. И вот так. Вот, ребята, я считаю, прямо идеально. Мы с вами берем и ставим сейчас как раз таки с вами синюю опору. Так, тут, ребята, они сейчас, я их соединю. Ну, типа того, ребята. Вот, ребята, у нас вот так вот получается. Вот, ребята, так, давайте мы с вами возьмем, ребята. Так, давайте мы с вами возьмем крышку. Не крышку, а плиту, ребята. Так, плиту. Так, ребята, какую же нам плиту взять? Давайте, ребята, плиту возьмем. Так, давайте, ребята, сейчас с вами плиту возьмем. Так, я, о, кварц. Давайте из гладкого кварца. Да, что-то клохат. Вот. Плита из гладкого кварца. Так, давайте мы с вами берем и ставим вот так вот блоки. Да, это из гладкого кварца. Не переживайте, смотрите, ребята, мы с вами берем и вот так вот ставим с вами и кварцевые ступени. Вот так вот. Я считаю, очень красиво. Смотрите, ребят. Так вот это нам было бы, то не очень что-то красиво. Так. Так. Я, ребята, кстати, знаю, как еще можно сделать. Можно сделать еще вот так вот. Так, ага. Так, ага, вот тут, ребята, вот так нам надо сделать. Сейчас давай мы с вами. Вот. Все, красота. Думаю, мы с вами давайте поставим плиту из гладкого вот такого кварца. Так будет типа соединение. Тут у нас будет вот такая вот. Хотя вот тут у нас будет общая такая. Ох. Идея уже из доски, из забор, из дуба. Давайте с вами возьмем. Так. Я считаю, это очень круто. Смотрите, ребята. Так. Красиво, я думаю, ребят, получается. И вот тут нам еще надо сломать. И вот так вот поставить с вами. Так вот блоки. Потом взять. Вот так вот дальше сделать. И потом вот тут. Вот, ребята, все. Супер. Вот, хотя мне надо не забор поставить, а что-то получше. Так, давайте, ребята, мы с вами возьмем, как эта штука называется? А, ну, короче, вот этот, типа, стена у нас сейчас из призмарина взята, но я хочу взять другую. Давайте из, а боже, из ада, вот эту. Заду возьму. Вот так, ребята. Вот так у нас пока что получается все. С
кстати, ребята, я смотрел, мол, в бетхок-версии можно улучшенную стойку делать. Кстати, мы с вами как раз таки это сейчас проверим. Вот это что у нас? Я вот не знаю, что это у нас. Ага. Ну, понял. Так, давайте делаем с вами дальше плиты. Делаем с вами вот так. Потом, ребята, сейчас возьмем с вами и забор из, как это, из елового дуба. Не дуба. Ну, короче, из сосны. Короче говоря. Извиняйте, ребята, что я так путаюсь. Ну, так получается. Так, давайте вот так, ребята. Строим с вами. Так, плиты. Вот это, ребята, у нас уже хорошо получилось. Вот, ребята. Так. Вот так, ребята, у нас получается. Вот. Тут, ребята, что-то похоже на небоскреб. Если вот отсюда вот так смотреть, то похоже на небоскреб. Типа того. Это на самом деле опоры. Так что давайте мы с вами возьмем теперь дверь. Дверь из сосны. И забор из сосны тоже возьмем. Так, нам Дини нужен. Писаем с вами таймсет дай. Ой, таймсет дай. Не дай, а... Ну, короче. Ладно. Так, пишем с вами time set day. Вот, все. Так, давайте, ребята, берем и ставим с вами забор. Сейчас, ребята, мы с вами исправим, потому что он в воздухе висит. Сейчас, ребята, мы с вами все исправим. Я, ребята, сейчас хочу сделать вот так. Да, надо было, ребята, блоки брать. Не надо было плиты. Ну, ладно. Так зато получилось покрасивее, получше. Сейчас, ребята, мы с вами возьмем и сделаем тут вот так. Ребята, я хочу, типа, тут сделать столики, а у нас еще будет где-то бассейн. С другой стороны. Так. Такое вот, ребята, у нас пока что получается, пока что как мостик для рыбалки. Вот. Вот, ребята. Так, вот так, ребята, у нас получается. Так, ага. Вот так, вот, ребята. Такие у нас плиты получаются. Ну, вот, ребята, я надеюсь, вам нравится то, что, то как я пока что стою. Я, ребята, просто знаете, как хотела? Я хотела из-за того, что шейдер, и это было все как объяснено красиво. Так, давайте возьмем с вами фонарь. Вот такой. Давайте мы его сейчас поставим где-то вот тут. Вот так. Думаю, ребята, будет очень красиво. Так. Так, тут у нас будет столики вот тут стоять. Вот так. Вот тут у нас будет, ребята, бассейн. Тут я сейчас сломаю с вами блоки. Раз, два, три. Ну, бассейн будет у нас длинный туда. Но не очень длинный. Так, вот так. Так, ребята. Вот, смотрите, вот такая у нас дыра пока что получилась. Но сейчас мы с вами это все исправим. Мы с вами сейчас берем и ставим вот так с вами плиты. Так. Так.
яркость. Так, что же я, ребята, хотел взять? Ладно, ничего не хотел. Так, ребята, и делаем с вами вот так. Я надеюсь, вам, ребятам, нравится пока что то, что я делаю.